С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 11 мая. В США сегодня отмечается национальный день, когда можно есть то, что хочется. То есть каждый американец может устроить себе настоящий праздник желудка. Тот единственный день в году, когда можно нарушить все законы, принятые для поддержания или приобретения тонкой талии, и просто насладиться едой, которую вы действительно обожаете. Но только один день. А пока о родившихся 11 мая. 1803 год. В этот мир приходит Гектор Берлиоз, великий французский композитор. Говорят, что он не любил давать автографы. Знаменитая певица Аделаида Пати много раз упрашивала композитора написать ей хоть что-нибудь в альбом. Но он был тверд. Однажды она с улыбкой сказала Берлиозу: «Либо я спою для вас, либо подарю вам превосходнейший паштет из печени». Берлиоз пишет два латинских слова, что в переводе означает «приносите паштет». В 1864 году появляется на свет английская писательница Этель Войнич, автор романа «Овод». А в 1904 рождается испанский художник и сценарист Сальвадор Дали. Мне позволяли делать все, что заблагорассудится. До 8 лет я писался в постель просто потому, что меня это развлекало. Я был в доме абсолютным монархом. Мне наперебой угождали. Отец и мать молились на меня, писал Дали в автобиографии «Тайная жизнь». Может, это и есть рецепт звездности? В 1947 родился Юрий Семин, российский футбольный тренер, а в 1963 Константин Меладзе, советский, украинский, российский композитор, музыкальный продюсер. Ну а теперь о некоторых событиях. 11 мая 326 год. Обратившийся в христианство римский император Константин Великий закладывает на месте древнегреческой колонии Византия новую столицу своей империи. 11 мая 330 года он освящает ее под именем Константинополь, противопоставив новый город языческому Риму. В 868 году китайский монах Ван Цзэ изготовил алмазную сутру. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. Наиболее известно четверостишие в самом конце сутры, повествующее о мимолетности. Вот оно. «Как на сновидение иллюзию, как на отражение пузыри на воде, как на росу и молнию, так следует смотреть на все деятельные дхармы». Дхарма – совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Алмазная сутра хранится в архиве Британской библиотеки. 1933 год. Замечено первое появление Несси – чудовище озера Лох-Несс в Шотландии. На право считаться первым заметившим монстра претендуют две дамы. Это Альди Маккей, жена управляющего отеля, которая якобы с берега видела в озере существо, напоминающее огромного кита. Другая – миссис Спайсер, которая якобы видела сверхъестественное животное высотой в метр и длиной порядка 8 метров, которое пересекало дорогу. Но был еще некий Бертрам Миллс, владелец лондонского цирка. Он обратился к согражданам с предложением поймать чудовище и получить за него приз в 20 тысяч фунтов. Это миллион по нынешним деньгам. Некоторые исследователи считают, что именно он и стал инициатором грандиозной мистификации, которая принесла в итоге всемирную славу Несси. А есть она или нет, пока доказать никому не удалось. Иногда хочется, чтобы была. 1939 год. Япония нападает на Монголию у реки Халкин-Гол. 11 мая отряд японской кавалерии до 300 человек с несколькими пулеметами продвинулся на 15 километров вглубь территории Монгольской Народной Республики и атаковал монгольскую пограничную заставу. С подходом границы подкрепления японцы были оттеснены на исходный рубеж. Это событие условно считается началом полномасштабного вооруженного конфликта. Советско-монгольские войска ведут бои с захватчиками до 31 августа, пока под командованием комкора Жукова не разгромили их.
1945 год. Войска первого и второго украинских фронтов разбивают остатки немецко-фашистских войск в Чехословакии. В результате успешного завершения Пражской операции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии. В этот же день президент США Гарри Трумэн внезапно распоряжается прекратить поставки СССР по ленд-лизу. Резкая смена новым президентом курса Рузвельта на продолжение сотрудничества с СССР и в мирное время вызывает соответствующую реакцию со стороны Сталина. Под угрозой оказалась работа конференции, разрабатывавшей устав ООН. В Москву направлен личный представитель президента США Гарри Гопкинс, который постарался убедить советское руководство в неизменности позиции США. 11 мая 2003 год. Сэр Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, который выступил в Римском Колизее. Его благотворительный концерт посетили около 400 человек. Интересно, что билеты реализовывались на специальном аукционе. Средняя стоимость — $1500. Вырученные деньги Маккартни передаст римским археологам и фонду помощи пострадавшим от противопехотных мин. Ну и еще одно событие. Шведская армия Карла XII, блестящего полководца, в этот день давным-давно осадила Полтаву. Разгром русских на юге мог завершиться общим поражением в Северной войне и в конечном итоге расчленением тогдашней России на отдельные княжества. Это понимали и Петр I, и гарнизон крепости, более 4000 солдат и 2500 вооруженных жителей во главе с храбрым майором Алексеем Келленом. Осада длилась до 8 июля. Все 20 попыток штурма крепости шведами оказались безрезультатными. Два года спустя, после знаменитой Полтавской битвы, майор Келлен был уже генерал-майором, а Петр I стал всемирно известным полководцем. Дело было под Полтавой. С вами Николай Пименко в проекте «Дата».